Здорово, ребята. Добро пожаловать на мой YouTube-канал. Как я говорил ранее, в последнее время я использую тактику Грена Броники, а у союзника прошу помочь мне с стрелками. Ну, собственно говоря, наглядно вы увидите это в этом бою. Вот, немного запаздываю я со стрелком, поэтому я решил использовать красный куст разведки, несмотря на то, что, ну, как бы... Нет смысла использовать его, когда играешь с нубами, так как, скорее всего, дадут слабых противников. Ну, плюс, есть шанс, что, увидев красный буст, противники также будут использовать буст. Вот, я привык собирать без буста контейнеры. Вот, видим, здесь сразу стоит бункер, то есть у нас, скорее всего, не глупый противник, более-менее крепкий. Вот, и идем разведывать карту. Мой союзник стоит на базе. Центр. Один ящик. Надо бы собрать второй ящик. Вот, как всегда, я немного жадничаю. И я потеряю этот ящик. Что ж, тогда придется отправиться вперед. Вот. Я вообще всеми стрелками отправляться вперед. Немного не успеваю с улучшением штаба. Вот, ставим... 2 CS, не хватает мне ресурсов на CS. Но, в принципе, некогда за этим следить. Теряем еще один ящик. На самом деле, неправильно я отвел койот. Возможно, лучше было бы идти между наших баз, разведывать. Дополнительно используем буст электричества. Ну, в принципе, он не нужен уже. Ну да ладно. Там еще одну коза, еще одну CS. Вот спрашиваем, как дела нашего союзника, что он там делает. Вот, и в этом случае, если вы плохо разведаете карту, если вы не подобрали ни один ящик, то нужно попросить вашего союзника, чтобы он пошел в раш. Чтобы он использовал все ресурсы, которые он собрал на карте, а иногда это бывает достаточно много, и пойти зарашить противника. Почему так стоит сделать? Потому что вы сможете помочь ему стрелками. Допустим, вы дадите ему где-то 15 стрелков, у вас только 2 центра снабжения, и поставите, например, башню. Тогда есть шанс, что ваш союзник пробьет противника, и при этом, ну, скорее всего, вы потеряете вашу базу. Но есть шанс, что второй противник пойдет спасать своего союзника. И тогда вы уже будете играть двое против одного. Ну, конечно, у вас будет на базе только башни, две казармы и 20. Но постепенно вы сможете, набрав где-то 30 КО, вы сможете строить дополнительный CS и плюс-минус уравняться частично с одним из противников, выжившим. И противником, и союзником вашим, вот. Но в любом случае, если у вашего союзника будет, допустим, где-то 70 КО, то плюс там 20-30 КО, которые может обеспечить ваша база, пригодятся в любом случае. Вот, идем. Нужно идти на базу противника. Желательно не дать разведать свою базу, что у меня есть гренадеры. Также сообщаем своему союзнику, чтобы он шел ко мне поближе, поближе. Вот, и в этом бою, кстати, я играю в 3 казармы и 1 завод. Почему я это делаю? Потому что я знаю, что мне не хватит ресурсов на 2 завода, разве что использовать бусты. Но я играю без бустов, так как, ну, если противники будут слабы, то как-то обидно использовать бусты. А если... крепкие противники, то вряд ли бусты вам помогут. Надо прямо бустить конкретно. Вот, так что я решаю, что буду играть в 3 казармы и в 1 завод броников. При этом я буду стараться свои броники не тратить и оставить их для пробития базы второго. Вот. Здесь на меня надвигается армия, точнее разведчик, видит мою армию, и я хочу спрятать свои броники. Вот. Чтобы меня
не сделали против меня контр-армию в виде большого количества, допустим, тех же гренадеров. Вот, жду я своего союзника, сообщаю ему уже третий раз, наверное, чтобы он шел ко мне. Понимаю, что уже пятая минута, и как бы ждать союзника бессмысленно. Нужно атаковать одному, либо проигрывать этот бой. Вот. Это не раш, конечно, но на самом деле уже чем-то похож на раш. Вот, хотя я все равно не вкладываю все свои ресурсы в эту атаку. Все равно, в принципе, у меня есть казарма, у меня есть заводы, и нужно идти вперед. Сообщает мой союзник, что не нужно идти, но... В общем, в следующий раз, когда вы будете играть подобный бой, вы не идите в атаку, а я все же пойду в атаку. Идем вперед, у меня 4 броника, 24 пехотинца, 44 кот, то есть, если не сейчас, то уже, ну, когда же еще? Вот 6-я минута, сейчас, скорее всего, у меня максимальное преимущество перед противником. Если я задержусь еще на 1 минуту, то падет на нет мое преимущество, так как там будут ресурсы уже на дополнительную... на дополнительную башенку, на будет достаточно большое количество молотов. Вот я, конечно же, сразу использую красный буст. Не первый раз я... Не первый раз у меня происходило... Не первый раз я проигрываю по той причине, что вначале жадничаю буст, лучше воспользоваться бустом сразу, чем пытаться бессмысленно пробить две армии, тем более без помощи союзника. Союзник идет на центр карты, молодец. Стараемся сохранить свои броники. Хочется мне уничтожить эти молоты, но нельзя. Нужно сначала пробить бункера и надеяться, что в глуби базы не будут другие бункера, которые, естественно, почти сразу уничтожат мою пехоту. Но в любом случае, если у меня останутся броники, я смогу плюс-минус заехать в тыл базы и хотя бы хоть какой-то урон нанести его заводам. Да, теряю я потихоньку армию, но все же 30 КО плюс-минус у меня есть. То есть можно пробивать базу. Вот подошел к мой союзник. Сообщаем, чтобы он нападал на молоты. Почему? Потому что, в принципе, стрелки наносят неплохой урон молотом, но вообще не наносят урон зданиям и не наносят урону третьему типу брони, то есть крепости. А вот молотом более-менее наносит урон. Плюс, в чем преимущество стрелков? В том, что они стреляют на ходу, то есть... Если молоты будут отступать, то за ними будут бегать стрелки и также будут стрелять на ходу, кидать гранату и наносить какой-то урон. Приезжает второй противник на базу красного. Это вполне ожидаемо. На самом деле это очень хорошо, что зеленый пошел на базу моего союзника. Даже ошибку делает. Почему? Потому что я бы две армии сейчас не пробил бы никак. А вот играть один на один, я думаю, смогу. Хотя мне, наверное, будет нелегко, так как я понимаю, что противники мои достаточно крепкие. Собственно говоря, синий игрок был 13 ранга. Вот, такой. Я его пробивал много раз. В принципе, так даже не ощущал. Ну и в этот раз я как бы понимаю, что здания более-менее крепкие, но все равно мне все-таки удалось его пробить. Понятно. Бустится, использует кое-какие бусты для электричества, чтобы хоть какой-то урон нанести мне. Здесь небольшое количество молотов, можно было бы спасти своего союзника, но я не знал, получится у меня пробить базу или нет, поэтому держал армию на своей базе. Продвигаемся вперед, нужно все-таки эти молоты словить, уничтожить их, пока они в чистом поле. И также чуть-чуть напугать зеленого сверху, чтобы он строил оборону сверху. Чтобы тратил ресурсы никуда, так сказать.
Бой будет длинный, так что, что говорить, я не знаю. Ну, играть один на один против конфедератов всегда сложновато. Тем более, когда уже 10-я минута, там могут быть вертексы. ПВО у меня все еще стоковое, так что обороняться я не могу. Вот, сложновато мне будет обороняться. Дикобраз у меня тоже слабенький, картонный. Ну, хотя бы ракеты есть, то есть, если держать дикобраз сзади, исключительно бороться против вертексов, то какой-то урон они нанести могут. Так что я пытаюсь набрать большое, достаточное количество КО, я пытаюсь вот слишком рано поставил штаб мой туризм, ну естественно не стоит это делать, вот я пытаюсь разменяться с противником КО, то есть, чтобы у меня был штаб третьего уровня и максимально быстро набрать недостающие мне КО, то есть чтобы у меня был фулл штаб третьего, фулл штаб третьего уровня, а у моего противника были потерянные КО, ну, то есть потерянные вот эти молоты, и когда я нападу на него, у него будет, допустим, около 50-55, может быть, 60 КО, а у меня будет ближе к 80, ну, может быть, там чуть-чуть меньше, то есть хоть какое-то преимущество использовать. Тут, конечно, нужно было использовать бусты, но я думал, что справлюсь. Естественно, как вы видите, по длине боя, то не получится у меня пробить его сразу. Но попытка, в принципе, неплохая. Также карта неудобная. Я плохо использую экстренные кнопки, так что у меня разведка на карте не очень хорошая. Нужно с этим, ну, так сказать, побороться, не знаю, научиться ставить стрелков в лес. Есть у меня 10 броников, не очень много. И я ставлю, конечно же, завод дикообраза, так как даже два завода, так как понимаю, что без дикообразов нападать не бессмысленно. Там просто прилетят вертексы и покоцают мои броники. И даже если я более-менее пробью бункера, дальше... Ну, дальше делать нечего. Вставляем юнита. Также я сообщаю своему союзнику, чтобы он шел на базу синего, чтобы я не отвлекался, включал кнопку «Все юниты». И и при этом знал бы, что на базе синего нет никакой движухи. Заказываю дикообраз. До сих пор у меня стоковое ПВО, что с этим делать не знаю, качать его дорого и не хочется на самом деле. Сейчас я качаю кречет. Я, конечно, знаю, что дикобраз весьма полезнее будет, чем кречет для новичков, но, наверное, на моем уровне игры против достаточно крепких игроков я думаю, поддержка кречетов будет, ну, наверное, все-таки полезнее, чем дикобраз. Тем более в моем стиле игры. Видим, здесь бункер, сразу надо уничтожить бункер. У меня есть 30 гренадеров, 10 броников. Ну, так себе армия на самом деле. Но попробовать можно, попробовать можно. Видим молоты, нужно их уничтожить гренами. Большое количество стрелков, но у меня большое количество гренов. Так что я думаю, терять армию я здесь не должен. Используем буст. 25 гренов. 23. Останавливаем броники. Нужно делать дозаказ обязательно. Вот, целых 3 CS. Вот, осталось у меня 19 гренадеров. Ну, поменьше, конечно, но потери на самом деле весьма небольшие. Нужно заказывать не броники, а грены на самом деле. Ну да ладно.
очень много берут к броники, так что на самом деле за сопротивление сложно играть тем, что и дикобраз, и броненки требуют огромное количество командных очков. На самом деле, по паразиту, наверное, все юниты, любая тактика у сопротивления требует большое количество КО. То есть вам всегда придется играть против противника, у которого больше армия, больше зданий в защите, более крепкие здания тоже. Например, хамелеон. Вы всегда должны иметь там 3-4 хамелеона, при этом там всего лишь там 9 ягуаров, ну, допустим, на высоких рангах. Что это значит? Это значит, что у конфедерата всегда армия будет больше. То есть у нас 9 ягуаров и, допустим, 3 хамелеона, у противника будут там 12 зевсов. Причем там только один, ну ладно, не один, только 2 зевса смогут справиться легко с 3 ягуарами, кучей дикобразов и хамелеонов. Вот так вот. То есть всегда есть, ну, грубо говоря, некое преимущество конфедератов, и пробить их весьма сложно. Так что если вы хотите играть в эту игру без доната, играть недолго для своего удовольствия, то, ну, мой вам совет, играйте через конфедератов, не играйте через сопротивление, она очень дорогая в прокачке. Вам нужны все юниты качать, даже те, которые вы будете редко использовать. Вот здесь я хорошо продавливаю противника, чувствую более-менее уверенность, но, естественно, здесь молотов все же многовато, и пробить у меня их не получится. Надо было бы включить буст, но я просто забыл его включить. Вот у меня 58 КО, на базе противника и того меньше. Нужно спасать свои дикообразы. И на самом деле никакого урона не могут наносить броники молотом. Вот смотрите, они просто падают. Хотя молотов было меньше, чем их броников. У меня было 10 броников, а у противника может быть там 8 молотов. Вот так вот. Поддержка штурмовиков просто имба. Дела плохи, надо использовать буст. Хочется мне также очень быстро, максимально быстро набрать недостающие КО. Догонят мои дикообразы, уничтожат их. Но я неплохо покоцал противника, у него осталось 3 центра снабжения. Ну, правда, остались живые заводы. В Ягуар я также выходить не хочу. Есть шанс, что пока я буду выходить в Ягуар, там уже будут вертекс, или у противника будет возможность поставить целую кучу оборонки. Ну, в общем, такое себе. Вот, жалуемся, конечно, на союзника, потому что если бы он прислал бы мне сразу армию, я бы смог напасть раньше. Я на самом деле смог бы напасть на минуту раньше. И, ну, и тогда бы, конечно, продавливание было медленное, так как мало гренадеров, но зеленый бы пошел бы на помощь, скорее всего, своему союзнику. А даже если бы не пошел бы, то может быть, где-нибудь в дороге я бы встретил зеленого противника, разменялся бы с ним в чистом поле, и у меня была бы возможность дальше продавливать его. Вот у меня сейчас 56 КО. Продолжает противник преследовать мой несчастный броник. Нужно обороняться. Обороняться я не люблю. Ну, очень слабая броня у снайперской башни. Да, она стреляет на самом деле далеко, но не знаю, ну, большая база, я не знаю, может быть, это потому что казармы слишком далеко, или слишком впереди находятся заводы, потому что я всегда пытаюсь с помощью койота разведать дополнительный ящик. Так как, ну, как сказать, разведать дополнительный ящик, отобрать его у союзника. Но у союзника в этот раз я не отобрал его,
и он просто достался моему противнику. Ну вот так вот. Вот вам и надежда на союзника. Понимая, что есть шанс, что там находятся штурмовики, и мне нужно разменяться с противником штурмовиками. У меня штурмовики, ну, почти фуловые, но можно сказать, что фуловые. Там дополнительный ап даст, там, не знаю, меньше 1% к силе стрелка, ну, не знаю, там, может быть, там, десятую долю процента, там, немного увеличится меткость и немного будет больше хп. Хотя хп хорошо прибавит, если сделать все улучшения. Хочется мне сделать и дикообразы, и броники, и да, и, в общем, хочется мне сделать технику, но сейчас посмотрим, сколько у меня всего. Пока что база держится на трех электростанциях. Всего лишь 12 броников. 12 броников в 21 минуте. Очень мало, серьезно. 12 молотов – это 44 КО. Ну, это почему 44? 24 КО. 24 КО, но это вообще издевательство. А у меня 81 КО, всего лишь 12 броников. Вы скажете, ну, здрасте. Я же целая куча пехоты. Естественно, у меня целая куча пехоты. Потому что если я не сделаю пехоты, то у меня будет больше броников. Но пробивная сила будет меньше. Так что больше броников... ну да, больше как бы броня против бункера, но меньше, тупо меньше урона. То есть бункер нанесет мне меньше урона, а... молоты взамен, наоборот, больше. Вот, отправляем разведку. Кое-какую хотя бы. Не хочется, чтобы мне заехали в тыл базы, потому что здание у меня картон. Очень большое количество стрелков, но ничего поделать не могу. Вот сейчас я собираюсь максимально быстро набрать недостающие КО. Вот очень большое количество стрелков у меня, целых 17 стрелков. То есть вроде бы армия большая, а вот пробивной силы вообще нет, потому что у противника также штурмовики, и я просто банально боюсь, что придут стрелки и будут уничтожать мне гренов. Также здесь большое количество молотов, они не атакуют, и я понимаю, что мгновенно тает моя армия, так как ей наносит урон, такой значительный урон бункера. И вроде бы начало у меня неплохое, но никакого шанса мне не дают бункера. Конечно, тут стоит поменять состав своей армии, но без гренов я понимаю, что молоты мне не пробить. И, кстати, на самом деле это правильное решение, потому что там молоты 15 ранга. То есть вообще никакого шанса у меня нет играть один на один. Там, скорее всего, фуловый молот 15 ранга. А так как противник долго не играет вертексами, я предполагаю, что, ну, скорее всего, вертекс там не прокачан. Так что можно играть без ПВО. ПВО у меня стоковое, ну, как вы видите... Не хватает. Здесь бы пригодился бы мамонт, но мамонт у меня тоже стоковый. Так что, ну, видите, насколько нужна прокачка сопротивлению. Вам нужен мамонт прокачанный, ну, хотя бы немного прокачанный мамонт. Вам нужен прокачанный дикообраз, там, броня банально. Вам, ну, башни, ладно, башни не нужны. Вам нужен прокачанный штурмовик, точнее стрелок, так как штурмовик всегда сильнее, и как-то танковать нужно, спасать свои броники. Вам нужен прокачанный фуловый броник, потому что, в принципе,
нет, не 1 на 1, а 10 на 10 в чистом поле броники могут какой-то урон нанести молотом. То есть, допустим, вы моделируете ситуацию, где 10 молотов едут на ваши 10 броников. В одном бою выживут молоты, а в другом бою выживут броники. Тут, как говорится, как повезет. Будут контролировать противник молоты или нет. Ну, вы, конечно, контролировать свою армию не можете. Почему? Потому что если вы будете нажимать, какого юнита нужно уничтожить, то, естественно, ваши броники начнут двигаться. А если броники начнут двигаться, то урон сразу их падает на 15%. А если урон падает на 15%, то пробить молоты уже нет никакого шанса. Ну, потому что у молота поворачивается башня лучше, чем у броника. То есть уже при движении. Если броник в стационарном режиме, а молот нет, то уже какое-то минимальное преимущество у молота есть. По крайней мере, если он будет крутиться вокруг броника. Потом броня у молота выше. Насчет ХП, ну, наверное, плюс-минус такое же количество ХП. Но броня у молота будет повыше все-таки. Включая я буст, сообщает мне союзник, что надо атаковать. Чем атаковать, я если честно, не понимаю. Отправляя свою пехоту назад, понимая свою ошибку, что нельзя терять пехоту. Да... постоянно делается дезаказ. Если я отправлю вперед броники, то я буду принимать урон от бункера. А при этом все равно, в принципе, пехота идет вперед, и какой-то урон питает от молота. Так что и пехота, и броники друг друга страхуют. Тут я понимаю, что противника не пробить. Понадобилось бы мне помощь мамонта, но ну как бы нет. Продолжаю делать дикобраз, нужно делать дикобраз, нужно продавливать противника. Также я сейчас пытаюсь словить противника на производстве бункера, и что у меня, в принципе, получается, но там целых 3 бункера строятся, и ну я не знаю. Ну, потратил противник только 300 ресурсов. Сообщает мне самый союзник, чтобы я шел в движение, стрелял. Ну, вы видели, насколько крепкие бункера? То есть в движении, да, в движении урон от броника будет еще ниже, так что никакого урона я не нанесу бункерам. Так что нет, в движении, если я отправлю свои броники вперед, они сразу сольются за одну секунду. Понимаю, что что-то нужно делать. Я бы вышел в кречет, но мне банально не хватит ПО. Нужен 4 уровень штаба. Играть просто на уровне 4 уровня штаба. Но кречеты у меня тоже плюс-минус стоковые. Вижу я... завод Града. Это, конечно, плохо, так как вообще... нет шансов пробить противника, когда у него есть град пехотой. Град мгновенно уничтожает пехоту. Никакого шанса. А вот мамонт так себе уничтожает пехоту. Сложно уничтожить мамонтом пехоту. Но уж точно стоковым это очень сложно. Стоковым мамонтом стоковую пехоту не уничтожить. Конечно, мамонта у меня нет. Я принимаю решение делать ягуары. Почему ягуары? Потому что... почему один завод ягуаров? Потому что я буду потихоньку терять броники, потихоньку терять пехоту. Но у меня будет увеличиться количество ягуаров. Медленно, но верно. Я накоплю достаточно большое количество ягуаров. И надеюсь, там не будут зевсы. Это будет, конечно, печально. Ну, вот так вот.
пытаясь бить противника в стационарном режиме, но при этом нужно подойти к его базе. Так что, ну, как вы понимаете, так себе эта тактика. Надеюсь, по этому бою вы уже поняли, что шанс у сопротивления пробития конфедератов, когда конфедераты строят огромное количество бункеров, нет. Потому что один бункер — это 130 ресурсов и 4000 хп, 70 брони. А то же самое количество ресурсов у броника — это... где-то 2500 хп и, по-моему, 42, по-моему, или 43 брони. То есть, ну, вот так вот. То есть, когда вы играете против конфедератов, мало того, что у противника всегда будет больше молотов, так как они занимают 2 КО, так еще и всегда у противника на базе будет помощь от бункера. То есть, формально вы сражаетесь всегда против противника, который превосходит вас чисто по количеству. А количество это просто огромное. Так что, ну, банально, возьмем цифры только броники на молоты. У вас 20 броников, у противника 30 молотов. Уже больше. При том, что 20 молотов уже сильнее, чем 20 броник. Ну, представьте себе. И при этом, помимо того, что у противника есть молоты, там есть еще и... помимо этого, там есть еще и несколько бункеров, которые тупо принимают урон на себя. А если у вас есть поддержка пехоты, которая будет защищать ваши броники, то нет, не прокатит. Думаю, я напасть сверху. Там, где нет града, я надеюсь, что противник потратил количество КО на грады. Союзник все говорит мне, чтобы я пошел в зад базы. В следующий раз, когда вы будете играть против конфедератов, подождите, пока у конфедерата будет 20 бункеров, одинаковое количество, как и у вас, молотов, и попытайтесь пройти вглубь базы. А что там пытаться? У меня уже есть бой на канале, где мой союзник попытался пройти вглубь базы брониками 14 ранга и против молотов 13 ранга. И ни один молот у противника не был уничтожен, а все броники упали. Вот так вот. Поставил я мины. Улучшаю завод. Хочет мой союзник сдаться. Не, ну это вообще издевательство надо мной. Я потратил целую кучу бустов для того, чтобы мой союзник сдался. Заканчивается у меня КО. Не получается... мне собрать достаточное количество армии. Вроде бы она есть, а вроде бы ее нет, как бы. 9 броников, 3 ягуара. Ну, не очень. Вот здесь на мою базу нападает зеленый. Потерял он, ну, вы видели, сколько там было мин. Не знаю, ну, штук 15, наверное, было. То есть потерял он более-менее молот, но все равно очень большое количество молотов. За счет того, что они занимают 2 КО. И спокойно противник продвигается на мою базу. Я не знаю, какой я буст использовать. Либо атаку, чтобы побыстрее продвинуться. Либо буст обороны. Я решаю, что оборона мне будет полезнее. Но я не знаю, где находится этот буст. И долго мне пришлось его искать. Отвлекаем немного противника. Есть у него молот даже на базе. Кошмар какой-то. Ну, конечно, штаб у меня стоковый по броне. Тут меня уже начинает раздражать мой союзник, который говорит мне совет. И при этом нифига не сделал за этот бой. Еще я говорю, что мне хана. Ну, так себе приятно. Вот, в общем, бой близится к концу. Короче, вы видите конец боя. Сейчас вы скоро увидите конец боя. В общем, если вы считаете, что мой союзник был неправ, я настоятельно вам рекомендую, чтобы вы... прошу вас, чтобы вы написали в личку этого игрока, что он был неправ. В какой форме хотите, серьезно. Используйте какие красноречивые слова вы хотите.
Ну вот, у меня, конечно, остаются бусты. Вот, недавно я выиграл резервный штаб, я выиграл голд реконструкцию, и сейчас я их буду использовать. Даже не уничтожил мне центры снабжения, я письмо играл на 4 центрах снабжения. Да, ну, ОУ я потратил, так что не очень выгодно играть на 5. И мой противник был 15 ранга, то есть пробить его 12, ну, так себе. Вот, вообще пробить 15, вообще пробить конфедератов сопротивление сложно. Нужно и оборону иметь хорошую, и дикобраз иметь, и броники, всю пехоту нужно иметь прокачанную, и кречеты иметь. А при этом конфедератам нужно иметь прокачан только молот, штурмовик, вертекс и бункер. И в общем все, больше ничего. Мог бы я выиграть этот бой, так как я все-таки подозревал, что у противника не прокачан Зевс, и стоит только продержаться, накопить Ягуар, и у меня, думаю, бы получилось его пробить фуловым Ягуаром 12 ранга. Вот. Спасибо, всем пока, подписывайтесь на канал, и повторяюсь, прошу вас написать этому джентльмену, что он был неправ. Хотя ему как бы пофиг будет. Кстати, он сам меня пригласил в бой. Вот, так что такой вот бой получился. У обоих игроков где-то 70% побед.